Женька делает вторую попытку в горку. Не закрывай! Не открылась! Не открылся вообще, блядь! Но она боится! А, это девчонка! Да! Я-то не понял! Женька, Женька! Не, девчонки пошли! Вот она! Да сейчас она привыкнет, там мандраж такой! А первый раз еще! Ну так же. Газ спала. Просто она сейчас, видишь, прикрывается. Я ей сказал, сейчас она поймет, что не надо закрываться. Женя, не торопись. Кокарева. Ноги, все, не заехала. А, нет, смотри-ка. Где мои мозги? У меня с собой. Отлично. Женька, ну давай, давай, давай. Женя, Женя! О, правильно, сейчас она раз, бахнет. А это Варвара, что ли, лупит? Женька, прям открой, не закрывай, вот снизу. Не суетись, все нормально. Да победит, победит сейчас. А, типа, это и есть стартовая гора, да? Угу. Я думал, там что-то жить надо. Так, ну парни Женьки сейчас выдают ЦУ, сейчас все расскажут, она в надежных руках.
Ладно, поехали. Оп-оп-оп! А кто это? Это же я! Блять, такое. Что-то все похоже. А? Не знаю. Реально. О, ёпты! Не попадет нога тобой? Не сильно ее, так гиб. Нормально, поехали. Так сломаешь ее. Хорош, хорош, сейчас. Ну что там? Откатываешься, смотри. Потом упираешься в груз. И поехал. И четко прямо вот по этим кустам. По кустам? Да, у Женьки получилось там ровно. Стартуй меня!
появится Толя, и все будет заебись. Нормально у тебя все? Вторая, надо разосрать ее. Едешь? Правее, ёбни просто. Сюда, да? А.
Тьма, бля. Да, стараюсь. Thank you.
Варвара, привет! Thank you.
Сережа, это прекрасно. Я кайфую. Спасибо. Бля, хуя. Хуй стало, бля. Пиздец, бля, что-то. О, бля. Подожди. Чуть-чуть. Заебись тебя со стартером. Ох, как это было страшно. Ага. Фух.
Надо подальше отъехать отсюда. Так, все хорошо начиналось? Да. Это вам, блядь, не Геленджик, нахуй. О, это вам не на диване сидеть. Это вам не на диване. Thank you.
Ну таки я доехал. Еще завтра столько, сколько? 6 раз или? Да, 4 было, завтра 22. А, ну все нормально. Все-таки горная подготовка надает, да? Я палка застрял. Это гоночная? Это с прошлой гонки. Абсолютно полон сил, готов к завтрашнему дню на 100%. О, Санчо Пега, вот такой вот у нас эндуро ужин. Углеводы, макарошки, мясо там, сосиски самые лучшие, домашние, сам делал. Реклама Ями Кастомс, думаешь, дадут денег? Жень. Жень. Че, нет. Нет. Не сейчас. Вот такое тут у нас. У нас тут вот это вот такое. Он то ли там что-то варит, жарит, парит. Там парни, блядь. Всякие эндурофаны, мэджеты, хард-эндуры, ну и газ-газ-стоп. Да.